сельском поселении Аган прошел традиционный праздник оленевода и охотника. На Малые Олимпийские игры, как их называют сами участники, съехалось около 40 спортсменов от 13 до 70 лет. Все они соревновались в охотничьем биатлоне. Так девушки на лыжах, обтянутых мехом, бегают чаще, чем в кроссовках. Пробежав полкилометра, выходят на огневой рубеж. Стреляют из пневматической винтовки. Расстояние до цели 15 метров, диаметр мишени 10 сантиметров. После ликвидации каждой из пяти мишеней спортсмены берут в руки топор. Рубка двух жердей – последний этап чемпионата по охотничьему биатлону. А завершила спортивный праздник зрелищная и непредсказуемая гонка на оленьих упряжках. Вы готовились к этому? Да. Да, мы с ним бегали каждый день. Ага, все, увидела. Уверены в победе своей? Да. Нет. Нет. Почему могут они отказаться? Потому что они мне... Я их еще толком не приучил. Они только вот на днях купленные олени. Я всего один или два раза их сопрягал. Я постоянно, видимо, оленями занимался с маленьких лет. Я сама впервые училась. Сейчас, конечно, я старенькая стала, 65 лет стала. Вот я учу.